Всем здрасте, давно не виделись. О чем сейчас хочу сказать? Я тут ночью работал с видеорегистратором. Вот я, в общем-то, думал, куда его лепить. Вот куда вы его все лепите? Я вижу, у некоторых он съемка ведется за спиной. Я тоже так сразу подумал. Я прикрепил его вот здесь вот, почти под самой верхушкой. Ну ладно, ребята, пока все. Вон еще раз. Видеорегистратор. И в этом видео сделаю монтаж несколько фрагментов с ночных работ этих. Все, спасибо. Ну так а сколько ждать там можно? Ну как чего там? Я задал вопросы, мне на них не ответили. Мне сказали, что такую информацию. Пожалуйста, я оформился. Потом мне дали информацию о том, что должно происходить на самом деле. Мне это не понравилось. Я ушел. Я не знаю, что вы сейчас собрались говорить, но вам не кажется, что сейчас вообще бесполезно? Любые слова бесполезны. Сама абсурдность ситуации в том, что для того, чтобы понять элементарные вещи, нужно подписать договор. Я вас не задерживаю, пожалуйста. Нет, старина, это неправильно. Уже пошло все по неправильному алгоритму. Он ушел от нас вообще, блин. Парень, он неплохой. Сейчас, через час, как я за час из себя ремешки на. Сейчас придет. Сейчас это когда? Через час? Так я за час из тебя здесь, блядь, знаешь, сколько ремешков-то делаю? Да я не с тракторами разговариваю, я с жизнью со своей разговариваю. Такая вот жизнь, ребята. Нет, дай бог. Кто эта женщина? Это моя мама. Она пострадальная. Так с тракторами. Я не с тракторами разговариваю, я с жизнью разговариваю. Ну а что поделать, раз такое дело? Пообещал, но потом проверил. Ничего не запрещено. Идите в жопу, бля, это общественное место. Что вы хуйню несете? Лица я не фотографировал. Я даже лица не фотографировал. Так вот займитесь, проверьте, почему они не хотят, чтобы их товар придавали огласки. Значит, ворованный. Вот и вперед. Или не хочется? Боишься? Сыщ! Юра, ты охуел, блин? Блядь, это хуя схема получается. Да я не знаю. Я думаю, что еще. Я сейчас еще тут перекресток. Не здесь выезд, а вот да, там как-то совсем некрасиво. Я просто толкнул, чтобы просто пару тройки раз толкнул. Знаю я их, я же работал и в цель у Барвалда, и в Биндерсе, и еще в одной хуйне, как грейдером ездил. Я же с ними, со всеми. Но я работал на такой машине, она не может влезть никуда. Ну, чао, уйди.
Надо выскребать оттуда. Да ничего не получается. Ну а как иначе? Снеговика не надо забирать. Пусть стоит, да. Слушай, я думаю, ты можешь смело гнать его до конца туда к стенке. И там куча дел? Да, да. Но будет немножко на самой стоянке, потому что там... Да. Потому что главное, чтобы тебе вот, ну как здесь, разогнался, блин, до конца туда. Это, конечно, идеальный вариант. Ковшей можно вывести куда-нибудь сюда же, например. Шикарно, слушай, идеально, просто великолепно. Великолепно, шикарно, просто супер, блядь. Подглуховат, по-моему. Потому что я ему, блядь, отдохнул. Мужичок этот подглуховат. Слегка. Ну я так культурно. Мало, может. Как это я уже подумал. Ну сейчас здесь уберу и еду туда тогда, на тот участок. Да, я тогда впереди поеду, чтоб ты дорогу или запомнил. Не, я вроде как помню, но... Не, я сейчас еще здесь уберу. Вот этот сложен как-то туда. Хорошо. И здесь и все, и поедем на то. Хорошо. Или мне там тебя было института подождать. Да я знаю приблизительно где это, потому что я же в этом институте немножко учился. А, так там против института запас. Я знаю. Тутка. Я дочь, а ты пой песню. Ведь я институтка, я дочь камергера. Какой там учился?
пришел, посидел чуть-чуть, понял, что вообще-то, если по-серьезному, то надо готовиться и так далее. Да пошли они в жопу, они тоже молодцы. Я с ними столько беседовал на собеседовании, я им объяснил, в чем дело. Я уже, это 3 года назад был, у меня тогда уже борода такая же, блин, как сейчас была. Они мне тут Ваньку валяют. Да чётенько, если понравится. Мы поедем, мы помчимся, долетим в Северную. Мне с собой не пути. Что здесь непонятно? Это дело 10 минут. Так мы быстренько, чики-прики и готово. Так это дело 10 минут. Мы быстренько, чики-брики и все. Чики-брики и все. Дай потрогать. Потому что получается очень страшная ситуация. Менты ведь тоже, поэтому нет, такого не будет здесь. Пока на этой земле существует Латвия, здесь такого не будет. Здесь все по понятиям. Я не знаю, как там... Послушайте, давайте уже так. Фиг с ним. Россия – это Россия. Все, я сейчас про Латвию говорю, черт побери. Так, кто будет подписывать? Я не совсем врубился насчет подписания документов, но я надеюсь, что приедешь в офис там, я не знаю, потому что... Надо поставить наручник. Вот. Лучше, конечно, что-то строить, копать яму, закапывать, делать дорогу, чем этот снег перетолкать. Самое последнее дело. Так. С 4 до 9. Там люк я опустил после. Ну что? Ну, еще сегодня. На этом? Этот сейчас поедет на базу, у меня своих дел полно. Да никто мы не хотели снег чистить. Я уже начистился, блин, ну ладно, будет, он говорит свои. Ну ладно, свои, все говорят свои. Камы в голове у каждого тоже свои. Вообще, такие копеечные, надо было сразу 2 купить и 1 поставить на это, на эту форточку, а вторую, ну, со съемкой так немножко под углом, вперед и в левую сторону, и на это окно, только уже вперед и на правую сторону.